курсы, можно сказать, оперативно-диверсионной подготовки. Гимн КОС. Пожалуйста. Терпящий удобства умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет, и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, вскинет пистолет, прищурив глаз, скажет: много съел я бледнолицых, русских буду кушать в первый раз. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии.